Играют «Газпром Энергохолдинг» и «Меридиан Энерго». В хорошем настроении обе команды вышли на поле, при том, что разные результаты у них сегодня на протяжении дня. Сейчас Гёх мог забить уже на первых секундах. У «Газпром Энергохолдинга» победа над «Татнефтью» со счетом 3-1. У «Меридиан Энерго» от «Татнефти» поражение очень символичное 1-3. От «Смус-Энергосбэй» там ничья 1-1. Еще один момент. В случае победы «Газпром Энергохолдинг» может обойти «Татнефть» в турнирной таблице. «Меридиан Энерго» нужно... Только победа сейчас, чтобы как-то продолжить борьбу в турнире. Если не удастся сейчас набрать очки, то могут опуститься на седьмую строчку вполне. Но могут оказаться и ниже Сбербанк технологий. Маков и три в три. Контратака. Фролова показывает, что может делать пас в центр. Как центральный круг. Бакин показывает, что торопиться он не будет. Симаков. Растянули оборону энергохолдинга. Парадоксально, что сейчас после удара на тайм мяч остался в игре, и там было добивание. Можно головой бить близко. Фролов. Симаков, вратарь. Оказалось, что своевременно вышел из ворот. Алло. И мяч проходит мимо, чуть-чуть совсем не везет. Очень любопытная игра, при том, что забитых мячей пока нету. Столько моментов.
необычных. И удар Кульбаки. Но очень много работы у него сегодня. Джава мяч поле сохраняет. Галактионов хорош. И челночные пасы туда-сюда, туда-сюда. Багин снова дотянулся. Одна попытка отбора. Очень высокий прессинг сейчас от Г. Снова разыгрывает Биджама. Ворота пустые. Ох, какой пас-то прошел. Надо забивать после такого гол. 1-0 все-таки выходит вперед Газпром Энергохолдинг. Меридиан есть еще и шанс, и время для того, чтобы отыграться в первом тайме. Продолжают они играть в 5 полевых. И опять пустые ворота. Кульбакин почти. Кульбакин говорил, что он намеревается мяч в руки взять, но не понял его защитник. Получилось не очень весело все для ГЭК. Никак не могут они выйти за центр. Так,
Последние секунды. Коробочку зажали. Только фол уже бить не будут. Еще 10 минут будут играть Меридиан Энерго и Газпром Энерго Холдинг. Эти 10 минут обещают быть интересными. Вех пока впереди. 1-0 играет от защиты. Ловит Меридиан на потере мяча нередко. При этом ворота оказываются никем не защищенными. Задача Вех почаще попадать. Мяч потащил, но далеко его не принесешь. Бакин. Это скорее удар, кстати, в плечо. Джам, и мяч пришел. Фол. Где было нарушение, смотрим. Все-таки за пределами штрафной. Где-то в метре от линии. Чуть выше цели. Получилось передачу сделать хитрую на капитана. Смоков. Очень слабая передача. Максимально точный удар. Кульбакин, естественно, сейчас удивлен, куда делись все защитники. Почему центр поля был не просто прокатным двором. Там вообще не было никого. Даже намека на защиту. Просто расступились Фролов и Сидин. Какое-то помутнение случилось. И теперь уже Меридиан будет ловить Газпром Энергохолдинг на контратаке. Сейчас Меридиан всем составом за линией мяча. Сейчас
Остается играть 4 с небольшой минуты. Мяч в потолок попал, поэтому свисток не из-за падения Сидина. Маков один. Узновато поддержка к нему пришла. Он все-таки умудрился пробить. Обоюдное здесь было нарушение. Сидин очень правильную точку занимал на добивании. Он первый. Ну, один снова впереди Энергохолдинг. И у Меридиана есть 2 с небольшой минуты, чтобы отыграться. Бакин. Бакину остается хорошо отстоять в матче против ВТБ, и тогда он будет главным претендентом на вратаря тура. Если сейчас забьет, нет, не точно. Наверное, пытался сразу мяч переправить в ворота. На подборе Сидин. Симаков отыгрывает назад. Нужно еще дальше к своим воротам отходить. Получилось зацепиться. Отличное смещение, передача это была. Сидин не увидел тот момент, когда мяч вылетал из стелящихся на паркет вратаря и защитника, и тайм-аут. Секунд нужно доиграть. Мяч у Гех. Остается снаряд у Энергохолдинга. Сидин держит мяч. Еще 10 секунд нужно выстоять. Шел от двух соперников, но в итоге
мяч им подарил. Надо было фолить чуть раньше. Все. Время вышло 2-1.